дорогие наши читатели! Сейчас мы с вами будем распаковывать посылки. Укрупненный шрифт. Это приятная, конечно, новость у нас. Вот, и они еще упакованные в пленочки. Вот такие. Все, конечно, они в одном экземпляре. Сейчас будем распаковывать и смотреть, что же мы получили сегодня. Колина, профессорская дочка. Вот. Я даже посмотрю. Издательство Чинар. Вот. Укрупненный шрифт для слабовидящих. Аккуратненько буду сейчас это раскладывать. Конечно, они очень хорошо нам упаковали все. Мария Метлицкая, фиалки на десерт. Михаил Палев, ожерелье Клеопатры. Упаковано. Так, Татьяна Гармаш Роффе, расколотый мир. Это только мы как получили бралевский шрифт тоже. Вот. Татьяна Устинова, мой личный враг. Литвиновым. Заговор небес. Что же было? Леонов. Дьявол в раю. Литвиновый. Пальмы, солнце, алый снег. Степанова. Врата ночи. Абдуллаев. Взгляд Горгоны. Володарская Ольга. Последнее желание Гиши. Олег Рой. Мужчина в окне напротив. Степанова Татьяна, улыбка химеры. Так, Робертс, игры ангелов. Полякова, закон семи. Михалкова, темная сторона души. Арсеньева, отражение в мутной воде. Даниэла Стил, горький мед. Катерлинина, зелье. Нестерова. Наталья Нестерова, обратный ход часов. Александрова, выстрел в прошлое. Так. Маринина Александра, игра на чужом поле. Сколько мы много книг получили. Прямо такое приятное. Устинова. Пять шагов по облакам. Приятно такие книги в руках держать. Акунин. Азазель. Да. Так. Мураками. После мрак. Даже еще прилипают друг к другу. Инга Беристер. Самый яркий свет. Сейчас еще.
Маринина, стилист. Полина Дашкова, питомник. Анна Габальда, просто вместе. Ирина Мельникова, колечко с бирюзой. Яркие, красивые. Яркое, да, оформление такое. Так, еще одну секунду, здесь еще две посылки. Я прямо вот, дорогие читатели, при вас это все распаковываю. Олег Рой, «Игра без правил». Олег Рой, «Нелепая привычка жить». Берсенева, «Азарт среднего возраста». Робский, «Жизнь заново». Полякова, «Welcome прошлое». Татьяна Веденская, «Траектория птицы счастья». Даниэла Стил, «Призрак тайны». Красивый. Так, и еще одна у нас посылочка осталась не распакованная. Сейчас мы ее распакуем. Так, ножик. Островская, «Заповедник, где обитает смерть». Роффагер, «Гармаш», «Ангел-телохранитель». Александр Бушков, «Анастасия». Красивое оформление. Ой, это вообще курортный роман Шилова, Юлия Шилова. Прямо аж на море захотелось. Красиво. Басманова, «Заговор стервятников». Сидни Шелдон, «Сорвать маску». Барбара Картленд, «Дар богов». Вот, вот такие интересные книги мы получили, дорогие наши читатели. Приходите. Приходите, всего доброго.